Что написано, что в разительном знаке, друзья, посвящается всем тем, кто скоро собирается замуж или скорее жениться, потому что песня обычно посвящается женихам. И не без юмора, конечно, песня называется она «Кто же сейчас сожалеет?». И я же тебя предупреждал. Сначала, в общем, как-то так. Любимая последняя песня жениха, друзья. Конечно. Потери девственности. Who's sorry not? Это песня, ваши аплодисменты, друзья. Thank you.
прекрасный джаз-бенд, который поиграет для вас
1 апреля, и это не шутка. Ведь следующая среда, и тоже 1 апреля, это значит первый день второго дня весны. Второго месяца, конечно. Ну что я сказал? Второго дня. Вот это значит, что уже пора уходить домой, друзья. Пора ложиться спать. Но для этого нужно сначала еще добраться домой. Вы можете продолжать веселиться. Не забывайте обращаться в бар, вам помогут. Там работают санитары в черных халатах, которые всегда помогут вам стать немного веселее, добрее и немного беднее, чтобы стать богаче, духовно. Возможно. Спасибо, друзья, для вас сыграли Алексей Панкратов, тромбон, Гриша Балмарчук, пианино, Александр Иванов, барабаны и вокал, Толстов, Черемушкин.